Привет, привет, друзья мои! В эфире Угличского телевидения детская вечерняя передача «У Левушки в гостях», и я с огромным удовольствием приветствую вас вновь и вновь. Есть в мире ценности, друзья мои, значение которых неприходящее. Это, как вы сами понимаете, воздух, земля, вода, солнце, жизнь, наконец. В этот же ряд можно поставить и хлеб, древний и вечно необходимый продукт. Мы встречаемся с хлебом ежедневно. Без него не обходится ни завтрак, ни обед, ни ужин, ни даже простое чаепитие. Хотя я знаю некоторых ребят, которые вообще не хотят кушать хлеб, и бедные их мамы чуть ли не силой впихивают в своего нерадивого сыночку или дочку хоть небольшой ломтик. А вот и зря. Хлеб очень полезен, в нем находится масса витаминов, причем некоторые из них не существуют ни в одном продукте. Поэтому, если вы хотите быть здоровыми, крепкими, кушайте обязательно, да и побольше хлеба, черного, белого, булочек, рогаликов. Но, кстати сказать, черный хлеб самый полезный. Я, например, его люблю больше всего. Ну, конечно, если не считать мясо. Итак вот, хлеб не только один из самых ценнейших продуктов питания, это и вечный символ жизни, здоровья, труда, благополучия и богатства. Недаром на всех языках слово «хлеб» звучит с любовью и уважением. Но чтобы появился хлеб на столе, надо сначала обработать землю, посеять зерно, ухаживать за посевами, а потом собрать урожай, обмолотить колосья, проверить, очистить от разных примесей, рассортировать зерно, просушить, перевести его на элеваторы и зерносклады, и это еще не конец пути. Из хранилищ зерно доставляют на мельницу, перемалывают ее в муку, рассыпают в мешки или в муковозы, перевозят на хлебозаводы, а потом еще не менее длительный путь. Мука просеивается, смешивается с другими ингредиентами, как сейчас говорят, а главное с дрожжами, о которых мы с вами говорили вчера. Затем замешивается тесто, и аж только тогда, когда оно выбродит, его раскладывают в формы и выпекают. А это, знаете ли, очень непростой процесс. Поэтому, когда берете в руки хлебушек, друзья мои, не теряйте бережного и уважительного отношения к нему и к тем людям, которые вложили в этот хлеб свой труд, свои руки, свою душу. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сегодня вам рассказать. Но вы-то уж наверняка ждете встречи с нашими героями. Итак, прошу, мультфильм! На сегодня наша встреча подошла к концу. Увидимся на следующей неделе, во вторник, как обычно в вечернее время, в эфире Угличского телевидения в передаче «У Левушки в гостях». Ну а пока, пока!